Ребят, приближается 1 мая, праздник весны и труда. Есть предложение, вопреки пандемии, встретить его традиционным для нашего молодежного объединения субботником. Да, мы выходим на работу, но не выходим из дома. Поэтому желаю всем ударно потрудиться и жду ваши видеоотчеты. Подметаем, мусор убираем. Да. Так, на уборку шагом марш! Папа, это мы еще и писали. Все, нет, это мы уже снимаем. Все, поехали.